Три боксера из Башкортостана завоевали золото в своих весовых категориях в ночи чемпионов IBA. Соревнования прошли в эти выходные во Дворце спорта. Чемпионом Европы по версии IBA стал Артур Субханкулов. Он одержал победу в бою с Джеймсом Чериджи из Румынии. В медиавзвешивании участников турнира участвовал премьер-министр правительства, президент Федерации бокса в Башкортостане Андрей Назаров. Он подчеркнул, что в регионе планомерно поддерживают развитие спорта. В преддверии ночи чемпионов IBA заложили первый камень для строительства Центра прогресса бокса и Академии тенниса. Это будет современный комплекс на 1000 зрителей. На площадке оборудуют 6 рингов и 6 крытых кортов. Бокс – это не только сила, это мужество, расчетливость, хладнокровие, в конце концов, стратегическое мышление. И мы в этом году осенью проведем кубок на Кубок президента, международный турнир на Кубок президента с участием самого президента Владимира Путина. Поздравляю всех! Всего боксом в Башкортостане профессионально занимаются более 4000 человек. В республике 500 кандидатов в мастера спорта России, 23 мастера спорта России, а также 2 мастера спорта России международного класса по боксу.